Из Красной Поляны вылетел вертолет с 4 сотрудниками МЧС на борту. Спасатели на носилках транспортировали пострадавшего на борт и доставили его в поселок. Там ребенка уже ждали врачи скорой помощи. Необходимую помощь в лагере мальчику оказывал его папа, врач по профессии. В поход группа туристов отправилась по маршруту Псибай-Красная Поляна. На отдых папа с сыном приехали из Москвы.